Он хитер. Парашюты в конце раскрыл, в конце поездки. Хей, друзья, Диего на связи, это шестой день выживания на классическом арке. Многие из вас спрашивали, что же случилось с Грифоном, а ничего, мы притомили его и построили здесь мини-базу. Ставь лайк, чтобы ролик рекомендовался, не забывай. Поехали! Вадя, садись на птера, у меня Грифон теперь есть. Ссаный, но Грифон. Летит какой-то птерчик в вашу сторону. Да, вижу. Видим, да, его тоже. Он сыканул Грифона. Ну он же не видит какого уровня. Ну да, это я же сказал, так и работает. Это Мамуро. Мамуро. Сейчас я быстренько первосорточки наклюю тут. Ну, он много собирает, кстати. Грифон. Ты Грифон еще нашел? Не-не, Грифон, я Грифон. Ты Грифон? Ты Грифон и я Грифон. Вместе мы Грифоны. Пока я полетел искать прайм, наших пацанов зашатал какой-то аргентавец. Лечу. У меня так, да, схватил. Вот, Вадя, за тупанец. Птера того сейчас просрём хорошего. Должен был на птере сидеть, за тупанский. Я на птере и сидел, я пока улей долбасил. Ну вот ты вечно вот начинаешь отвлекаться. А у меня грифон-то некачественный, у меня стамины. Ты, Паш, дерёшь с ним? Забрал птера, присвистел. Хорошо. Надо этого чувака снять просто с аргента и все. Ну я попробую сейчас его аргента этого вынести. Это топ-трайб, говоришь, да, который? 223-й аргент. Сидит, вижу, сидит. Увожу у него аргента, увёл нахрен! Увёл у маленького! Я спаунюсь там. Увожу нахрен аргента, сейчас его где-нибудь в горах убью нахрен. Там может быть и ставчик нормальный, слышишь? Угу. Да, кстати. А, вижу, он полетел за тобой. Да, да. А где этот? Не знаю, наверное, грифон нашего долбит, либо поднять хочет. Никого нету. Грифон надо возле вложить грифон... что-нибудь, чтобы он наш был. Я сейчас двери просто здесь закрою. Давайте, не помогут двери, он дырявый весь. Ну его нет, я не вижу этого петушка нигде здесь. Я вот возле грифона. Если что, смотрите аккуратно. Ой, их, да? Да, я лучше заберу, как бы, ну, птеров, короче, к херам. Бери птеров, да, пока что. Я на 45-й лучше сразу свалю. Давай за мной, аргент. Сейчас в горах я его разнесу. Вместе мы грифоны. Все, аргент Сега ударил. Сейчас у них война будет. Ох, он ему кровотечение вешает. Ё-моё. Стигать сейчас его просто разнесет. Ай-яй-яй. Когда? Что-то же. Все, разодрал. Проверяй, что там. Вадю надо идти спасать. Ну, мясо есть, 4 болоса, парашютик. Да. Нет. Седло обычное. Далее мы решили сделать так. Паша пошел апать 100-й уровень, потому что он всегда обычно вперед всех его апает. А мы пошли с Вадей потомить птерчиков. Потом мы еще вернемся на эти поля. Что это за плод? Плод плывет, Вадя, с бешеной! С печкой, с огромной. Плод поплыл, это хищный плод, китайский, плавильня гигантская. Красный? Да. Ляптер какой-то мчит, безумный Джонни. Раз, два. А, это тот пацан Му-Му-Му, который нашего птера убил. Убил козла. Месть свершилась. А где его птер? Он успел птера загрузить, что ли, скотина? В луч. Походу успел. Да, успел, он очень быстрый гнида. Самая быстрая гнида на Диком Западе. Паша уже апнул 100-й уровень, и мы решили сходить к нему в гости. Что же он там построил на Скёрче для нас? А там была уже гигантская база. Я с админкой, я же принял тебя в трек. Иди сюда. Видишь, что там за птером? Угу. Вон яйца вижу, да, красавцы. Хорошая штука у вас тут. Кто? Этот дот? Здоровый, не перекрывать все? Он здесь все перекрывает. Ну ладно, ладно, посмотрим, как она жесткая кажется. Она центрирована, грубо говоря, со всех сторон. Что? А, кстати, вот, я покажу. Шо? Скоробей ходит, убивает всех, ты прикидываешь? Конечно, я его запрограммировал специально. Он ходит, всех разбирает. Он ходит, реально трупаки разбирает и мясо съедает, ты прикидываешь? Конечно, да, там зверь. Он по КД, бля, ходит, убивает трупы.
Ну, у нас все-таки бомжи выживания, поэтому вернемся к бичарским делам. Смотрит на меня, иду его втаптывать. Он упал с седла. Воу. Как это? Он тяжелый пипец. Не смог его цепануть, он тяжелый, раптор. Жесть. Ты че умер? Да раптор, блядь, скинул меня. Бежит с болосами за мной, дурачок. Мне бы тоже. Ля, он носится, как угорелый. А, он кнут достал, вот дурачок. Я, вот если я с ним сейчас в небе сражусь и скину его там, схвачу, тогда он расшибется. Мне надо его заманить, чтобы он со мной в небе дрался. Но риск всрать Птера высок. Пошел нафиг. Какой у него ник? Да какой? Я ж не знаю, какой у него ник. А у тебя подзорки нет? Да какая подзорка? Я вообще голый на Птере. Тупо голый. Ты дот, наверное, доставай. Ставить будем. Слушай, не получилось его грабнуть. А у меня сейчас стама закончится. Ого, он мне бочкой прописал. По мне, по наезднику. Сейчас я сдохну. Вадя, подбегай к этому, к томилке. Где ты? Томилка. Ну, здесь. Садитесь на Птера кто-нибудь, быстро, потому что я сейчас умру. Где вы, ё-моё? Поднимаемся, но мы не спустились, чтобы, короче, кожу добыть. Сейчас я поднимаюсь. О, вы затупанны, сейчас проблемы сделаете. Я бегу, чё, знаешь. Мне кожу никто не дал. Мне чем, с топором на него бежать? Причём с топором? Я же сказал, на Птера надо пересесть. Ну ты сказал это вот сейчас только. Он мне бочку дал, он наездника убьет сейчас. А наездник это я. Я подбегаю уже, подбегаю. А толку? Где ты, его витаминил? Да я, Вадя, ну я б сдох там. Ну что, я буду стоять ждать, пока он меня убьет, что ли? Я он очень сдох. Хорошо играет. У него парашюты есть, мне его не скинуть. А где ты сдох? Нигде еще. Потому что я его замансил. У него идет стамин. Ну. Смотри, луч фиолетовый здесь спускается. Может, да, вы... прямо на луче спускает. Сидит. Ну давай, конечно, выгружать. А тебя. Вот он летит. Или это ты? Нет. Как ты думаешь, хороша была идея? Пусть гоняется за мной, идиот. Грапнул его! Отлично. Да ладно. Сейчас его сброшу, дурака. У него парашютов куча. Поэтому повыше подниму. Добей бочкой. А у него нет холостика? Он хитер. Парашюты в конце раскрыл, в конце поездки. Он разбился! Он парашют открыл прямо перед землей, дурачок! Ну посмотри никнейм его. Хуман. У него никнейм. А, это вот этот, с кем я воевала. Ну это ж Игорь Гуд теперь с ним бьет. Сейчас я его Птера убью, кстати. Челик вдали, слышишь? Я вообще пустая с ним сражалась. Так нечестно. Свистит Птеру своему. Ты съедай Птера и лети на фиолетовый луч здесь постоянно был. Он теперь меня грапнуть хочет. Грапнул меня. Выбрасываю его, все. А, вижу вас. Стреляет огненными стрелами в забор. Смотри, он схватить тебя пытается. О, есть, все. Все, разбивай козла. Нет, Вадя, надо его убить. Ты можешь его убить? Разбить его. Запинай его, Вадя. Вот я держу его, пинай. Надо ниже. Сейчас разобью. Птера свистит. Атаковать цель. Тебя бьет Птер? Нет. Птер где-то здесь шатается. А, он на меня Птера своего натравил. Свистит тут, блин. А, он и свистит. Отходи быстро, а то Птер тебя съест. Вадя, отходи быстро, Птер съест. Есть. До свидания, всё. Мальчик. Вот так вот зачастую проходят будни бомжа-выживальщика. Следующий ролик, друзья, будет очень интересным. Чем больше на этом ролике наберется лайков, тем быстрее он выйдет. Давайте, скажем, наберем 50 лайков. И новый ролик не заставит себя ждать. Обязательно ставь лайк. Увидимся. Пока-пока.